Щелковский центральный парк культуры и отдыха в субботу приехал первый молодежный фестиваль «Арт-Бас». Это первое в Московской области развлекательное мероприятие, которое проводят в 5 городах региона. Помимо Щелково, фестиваль проходит в Видном, Подольске, Домодедово и Бронницах. Его организаторы – Молодежная палата при Союзе женщин России и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Ну, если коротко, то это первый летний молодежный фестиваль, в котором мы захотели вывести всю молодежь в офлайн, показать им все интересное, что у нас есть. Мастер-классы, лекции, очень интересные зоны, арт-зона, зона танцев. Фестиваль у нас сопровождается шикарным концертом, поэтому все для молодежи. Действительно, этот фестиваль – мероприятие масштабное. Гостей в парке встречали десятки развлекательных площадок. Тут были настольные и другие подвижные игры, работали мастер-классы, на которых можно было познакомиться с секретами гончарного и керамического ремесел. Народные умельцы демонстрировали изделия, выполненные из ткани и шерсти, из других материалов. Прямо на дорожках парка проводились курсы по йоге и фитнесу. Каждый гость фестиваля мог попробовать себя в том, что интересует. Учитывались и популярные темы, которые исторически близки именно щелковцам. Например, была представлена выставка материалов и фотодокументов о знаменитых летчиках, сделавших наш край известным на всю страну. Городской округ Щелково, авиационно-космический край. Выставка представлена в рамках 110-летия воздушно-космических сил России, 90-летия Чкаловского аэродрома, 80-летие героического легендарного перелета экипажа Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Среди организаций, принимавших участие в подготовке мероприятия, Ассоциация женщин-бизнес-леди. И одна из целей фестиваля – донести до молодежи идею, что именно сейчас открывать свое коммерческое дело выгодно. На его развитие государство выделяет субсидии. Если говорить даже про тот же социальный контракт, на который даются деньги на развитие бизнеса, и эти деньги не нужно возвращать, это беспрецедентная мера поддержки, которая существует только сейчас. Поэтому лозунгом нашего арт-баса, нашего фестиваля является фраза «Лучшее время начать только сейчас». Естественно, так как фестиваль в первую очередь молодежный, то на нем было много зажигательных песен и не менее задорных танцев. А когда чуть-чуть стемнело, красивейшим завершающим аккордом фестиваля стало фаер-шоу. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.